Мои куколочки, помощнички, да? Девочки. Девочки-красавицы, сестренки. Мои жайки. Помогаю тут маме. У мамы тут небольшой ремонтик. Ну, вот так. Еще не все доделано, конечно же. Переделочка небольшая по настроению. Ну, а девочки вот тут вот со мной, да, немножечко помогают мне. Красотулечки. Это две сестрички, девчоночки. Венера и Аврора. Малышки, малышечки. Девочки в поиске мамочек-папочек. Девочки, привиты. Есть документы, клеймо. Чудесные девчонки, чудесные. Маленькие-маленькие, но девчонки такие прям, ух, огонь. Прям огонь, да? Погуляли, да, вот так вот, потому что они тут вдвоем, уже очень поздно у нас. Здесь у меня все чисто, все абсолютно, все было убрано. И, конечно же, вымыто уже, потому что я уже закончила. Завтра буду показывать переделку свою, под настроение мое. Вот, а девчоночки вот здесь вот со мной, красотульки бегали, игрались. Все получили вкусняшки, девчонки тоже только что доели. Уже пора отдыхать, да, мои сладкие? Кто тут у меня рядышком? Кто рядышком? Такая девчоночка. Нагулялись, открыла дверьку, немножко погуляли. И еще у нас тут с ними Джерик Лохматушка. Джерик, да? Джерик вот здесь вот гуляет. Почему гуляет тоже с ними? Потому что сегодня что-то прям он, вернее, с ним не ладят некоторые собачки. Поэтому прям его прижали. Да, зайчик, жалуйся, да. Прям его обижали. Поэтому все то время, пока я тут вела свою переделку, Джерик был со мной. Девчонки потом уже пришли. Девчонок хочу забрать пока туда к себе. Так, периодически меняю этих сюда, этих туда, то есть мы приучаемся жить в разных-разных местах, скажем так, вот, до того момента, пока мамы, папы не заберут своих деток, да, ну, вот так, знакомимся со всеми гуляем, со всеми играем, ну, вот что-то сегодня Джерика не взлюбили, не все, нет. Но что-то вот он, да, зайчик ты мой, Джерик. Вот такой красотульчик. Он такой добродушный мальчик. Не знаю, что не поделили. Не могу сказать. Вот прям как-то раз, другой отметила это. Вижу, что они... Не, так. Ну, девчоночки, ну, не сильно. Ты что ты там тянешь ее? Вот. Так что вот так. Кинула им тут лежаночку. Пока еще немножко тут работаю. Они мне, в принципе, не мешают. Я уже все тут помыла, все чистенько, все аккуратненько. Поэтому вот, ну, вот так, да, чистенько у меня тут аккуратненько. Все детки сегодня будут там, потому что здесь немножко такое... Надо, чтобы все тут подсохло, никого не было. Ну, вот такие, да. Ну что, Джерик, куда тебя девать сегодня, скажи, мой дорогой? Не будем пробовать, надо дать всем... отдохнуть, да? Че, мои жайки, девчоночки. Так, ну все, девчонки идут наверх, время уже позднее, да? Ну, не знаю, как-то с Джериком сейчас мы что-то придумаем, да? Че такой сладкий мальчик? Вот такой сладкий, хороший мальчишечка. Также в поиске мамочек-папочек. Девчонки тоже в поиске мамочек-папочек. Все лохматухи. Ну, откуда тут будут красивые бантики, да? Не, ну, так, такая милота, красота. Вдвоем всегда очень весело играют. Девчонки никогда не ругаются, нет. Да, так. И так, и сяк. Мои золотые девчонки. Красивенные девочки, маленькие-маленькие. Красотулечки. Девчоночки такие маленькие уже останутся, ну, возможно, каких-то 100-200 грамм максимум наберут. Девочкам 5 месяцев, они очень-очень маленькие. Классные девчоночки, мордашечки красивые, такие зайки.
Так, кого заинтересовали, детки, пишите. Вайбер, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео. Кого заинтересовал Джерик, тоже пишите. Так, Джерри, не мешай, пусть девочки играют. Все, всем спокойной ночи. Такая милота. Я еще полюбуюсь. Тем мои красотульки. Настроение отличное. Как может быть плохое настроение, когда вот эти красотки, красотульки, лопатульки играются. Все чудесно, все прекрасно. Просто улыбка сама по себе расплывается. Ё, мои жойки. Девчонки! Девчонки! Ай, смелые, задорные девчонки. Красотульки.